Магаданская школа бокса продолжает модернизироваться. Как уже ранее сообщал «Вечерний Магадан», областные депутаты своим решением выделили спортшколе финансирование в размере 3 миллионов рублей из средств особой экономической зоны. Все необходимые процедуры по выбору подрядчика и заключению договора выполнены, и теперь в школе бокса идут ремонтные работы. В нашей школе сейчас проходит ремонт, все вспомогательные помещения, вот раздевалки, душевые кабины, туалеты, все приводим в соответствующий вид. Это все благодаря решению депутатов областной думы и выделенных средств из экономической зоны. Ну, надеемся, что наши боксеры будут достойно выступать после таких тренировок, после таких условий. Помимо ремонтных работ во вспомогательных помещениях, до конца этого года будет заменено половое покрытие в обоих спортивных залах. Также в этом году школа бокса получила 1 200 000 рублей из средств муниципального бюджета на замену системы вытяжной вентиляции. Работы полностью выполнены. А в рамках национального проекта, получив целевое финансирование из федерального бюджета, учреждение уже закупило новое профессиональное оборудование для силовых тренировок и беговую дорожку. Совершенствование материальной базы позволило школе бокса в этом году добиться хорошего спортивного результата. Сразу два спортсмена получили мастера спорта.